29 лет назад, в декабре 1992 года, в те самые дни, когда в Абхазии происходили кровопролитные события, в те дни, когда над Родиной сгустились тучи, постановлением Верховного Совета Республики была создана Служба государственной безопасности Абхазии. Ежегодно в день основания СГБ сотрудники органов госбезопасности возлагают цветы к мемориалу погибшим в Парке Славы, чтобы отдать дань памяти тем, кто сложил свои головы за свободу Абсны. После церемонии возложения сотрудники службы государственной безопасности собрались на торжественное заседание. Служба решает актуальные и ответственные задачи по защите национальных интересов республики, ее конституционного строя и территориальной целостности, обеспечивает безопасность наших граждан. В вопросах своего становления, совершенствуя значительную всестороннюю помощь нам оказывают коллеги из Российской Федерации. Хочу поблагодарить их за оказываемую поддержку и помощь. С учетом взаимных интересов осуществляется сотрудничество и взаимодействие по широкому спектру задач. Пользуясь случаем, за огромную поддержку и помощь хочется выразить слова благодарности президенту, главнокомандующему Республики Абхазия Аслану Георгиевичу Бжанину. Необходимо отметить положительные результаты взаимодействия с коллегами из Генеральной прокуратуры, МВД и ГСО. В раскрытии ряда преступлений оперативного сопровождения уголовных дел. Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить всех вас за честную и добросовестную службу. Верю в ваш патриотизм и преданность Отечеству. Роберт Киут также добавил, что после войны при исполнении обязанностей погибли десятки сотрудников службы госбезопасности Абхазии, до конца выполнив свой долг перед Родиной. Мужество, самоотверженность, верность Родине – именно эти качества сотрудников СГБ отметил президент Аслан Бжани, поздравляя собравшихся с профессиональным праздником. От всей души хочу поздравить личный состав службы государственной безопасности с профессиональным праздником. Считаю уместным в этот день вспомнить наших с вами коллег, которые положили свои жизни, защищая интересы нашего государства. Их пример всегда останется той целью, тем ориентиром, который никогда не сотрется временем. Вы люди квалифицированные, образованные, очень хорошо себе представляете, с какими угрозами сталкивается наша государственность. До сих пор с противником не подписан договор о неприменении силы. Вы осведомлены о том, какие меры предпринимаются Грузией, блоком НАТО для достижения своих политических целей. Военный потенциал Грузии постоянно наращивается. Государственной политикой Грузии остается возврат Абхазии в состав Грузии. Это их главная государственная политика. С профессиональным праздником сотрудников СГБ поздравили представители Федеральной службы безопасности России и пограничного управления ФСБ России в Абхазии, а также главы МВД и ГСО Абхазии. Торжественное собрание, приуроченное ко дню образования службы государственной безопасности, завершилось вручением наград. Ряд сотрудников СГБ был награжден медалями за добросовестную службу. Служил Республике Абхазии. Кукуцавардания, Алексея Кухава, Абхазское телевидение.